сегодня только единственный день году, последний эфир в уходящем 2023 году. У нас лучшее предложение дня. Это концентраты «Корень лопуха». Вы получаете сегодня лучшую цену, внимание, 1499 рублей. И самое главное, в рамках сегодняшнего дня, в рамках Дня здоровья с доктором Арсениным, мы приготовили эксклюзивные подарки. Итак, внимание, корзина здоровья доктора Арсенина. Мы продолжаем праздновать его день рождения. Он дарит ей эту корзину стоимостью, внимание, 10 тысяч рублей. Каждому телезрителю, кто позвонит в прямой эфир, сделает заказ на сумму 3990 рублей, оставит отзыв в прямом эфире, и корзина ваша. Это единственная возможность, она последняя в уходящем году, но я хочу сказать, когда я говорю топ-продаж, я говорю именно о корне лопуха. Это лучшие концентраты. Я представляю вам нашего любимого доктора Сергея Владимировича Арсенина, врач-хирург, основатель, директор Института натуротерапии, клинический фармаколог, автор более 600 рецептур, человек, эксперт телеканала «Домашний», ТВЦ, РЕН-ТВ, огромное количество отзывов только благодаря вам, Сергей Владимирович. Да, друзья мои. И сегодня я хотел бы рассказать о нашем самом, наверное, сильном, самом эффективном продукте. Это экстракт корня лопуха. Можно сказать, это медвежья сила русского женьшеня. Действительно, китайцы называют корень лопуха русским женьшенем. Потому что по своему широте терапевтическое действие нет равных корня лопуха. Это полное очищение организма, то есть дезинтоксикация, выведение шлаков, токсинов. Это купирование всех воспалительных процессов, будь то артриты, гастриты, пиелонефриты, миокардиты, либо какие-нибудь циститы. Это лимфодренаж, это борьба с вирусами, с микробами, с грибками, восстановление обмена веществ, любое обменное заболевание, будь у вас высокий холестерин, корень лопуха будет уводить сахар лишний, опять корень лопуха вводит. Это онкопротекторная защита, то есть это защита от пролиферации, от размножения вот этих онкологических клеток, то есть комплексы терапии онкологических заболеваний. Корень лопуха здесь усилен женьшенем, красный женьшень, той же самой черной бузиной, поэтому корень лопуха подойдет для легких. Шиповник, кладезь витаминовых, подорожник, ну, великолепное заживительное средство, солодка противоотечная, красная рябина по своему составу, опять же, равна женьшеню, эхиноцея, адаптоген, клюква, источник биофлавоноидов и натуральный витамин С. Да. Принимать очень просто, по 1/3 чайной ложки берете под язык, и вот надо поддержать под языком. Угу. Дело в том, что подъязычная максимально быстро впитываются все активно действующие компоненты. Почему там нитроглицерин или там какие-то таблетки от давления под язык беру, чтобы быстро подействовало? Рана проглотила у нас, Лена, рана. Надо постараться подержать прям реально минутки-две. Это очень вкусно. Хочется проглотить, но все-таки, вот, ну, знаете, как надо, чем больше вы дольше поддержите под языком, тем будет лучше результат. То есть взяли 3-4 раза в день, вы почувствуете себя совсем по-другому. Вы почувствуете, что у вас прилив сил энергии. У вас начнется глобальное очищение организма. У вас появится откуда-то энергия, которую, ну, раньше вы не понимали, откуда она берется. Потому что если у вас, вот знаете, как вот часто очень ко мне приходят пациенты. Это женщины, которые, ну, старше 65-70 лет. И они, знаете, приходят ко мне. Говорят, доктор, вот у меня все болит. Я говорю, какой у вас диагноз? А врачи не могут поставить диагноз. Я говорю, вы понимаете, ну, невозможно такое, чтобы врачи не поставить диагноз. Ну, такого не бывает. Потому что по закону надо поставить диагноз. Ну, вот они ставят мне диагноз. Я смотрю, действительно, диагноз какой-то ерунда. Энцефалопатия. То есть повреждение какой-то патологии головного мозга. Кардиопатия. Какая-то патология сердца. Диагноза никакого нету. И вот если у вас много болезней, если у вас много таблеток вы пьете, и вы уже не знаете, вы под этим комом болезни, вот сейчас еще чуть-чуть, он вас раздавит. Да. Вы берете корень лопуха. Можно подсоединить чагомумию. Вот эти в два препарата. Начинайте применять каждого препарата по 1/3 чайной ложки. Одной банки хватит вам на 1 месяц применения. У нас 4 банки, 4 месяца. И того, и другого по 4 месяца. Начинайте применять. У вас массивное очищение организма. Вот была у меня такая женщина, и это болит, доктор, это болит, у меня все болит, все болит. Но такие больные обычно врачи, знаете, их считают такими. Вот они вот все в болезни, у них все болит, все плохо, депрессивные.
Что вы думаете? Она месяц принимала корень лопуха, чагу у нее. Она приходит ко мне через месяц на повторный прием. Говорит, доктор, вы знаете, а у меня все прошло. Я говорю, как все прошло? У вас суставы болят? Прошло. Я говорю, у вас желудок болит? Прошло. У вас там операция была эндопротезирована? Все прошло. У вас сердце перебои были? У меня даже сердце прошло. Я от сердца ничего не пила, а у меня вот лопух. Но она как сказала, у меня пошла, знаете, как... темная моча. Говорит, это нормально? Я говорю, да, это очищение организма. У меня, всего. Говорит, запах, мне даже обратили, раньше был запах пота, а сейчас у меня, ну, как бы, тело ничем не пахнет. Я говорю, да просто корень лопуха очистил все шлаки организма, что у вас все ушли. Но это очищение, это не только противовоспалительное действие, это великолепная онкопротекторная защита, что очень важно у пациентов 70+. Да, и, кстати, очень многие пациенты, наши телезрители отмечают, что после прохождения химиотерапии им становится гораздо легче при принятии именно корня лопуха. Вот такие 4 банки вкуснейшего продукта, который действительно работает, вы получаете на 4 месяца приема. Он вас поддержит. Декабрь, январь, февраль, март. Вы не будете болеть. Вы к весне будете чувствовать себя новой, обновленной. Уже через месяц вы будете чувствовать себя прекрасно. И самое главное, это последняя цена в уходящем году. 1499 рублей за 4 банки подходит диабетикам без сахара, абсолютно натуральный. И в своих руках я держу уникальную корзину здоровья, эксклюзивную доктора Арсенина, где более 14 наименований продуктов, которые стоят 10 000 рублей и достанется всем телезрителям, кто позвонит, оставит отзыв и сделает заказ на сумму 3990 рублей. Будьте обязательно здоровы. Я рекомендую, вот как доктор мне сейчас сказал, Лена, чтобы восстановиться после сильнейшего вируса, обязательно чагом умею. Да. Потому что вирус срубает. Вот она болела, вот у нас она болела, понимаете? 9 дней я не была на работе. 9 дней не было в эфире на работе. Вот сейчас вышла на работу, сегодня второй день. Что я посоветовал? Сразу корень лопуха, чагом умею, под язык. И говорю, берете сейчас в течение дня, все пьете. К концу рабочего дня, я вам говорю, как врач, как создатель, как клинический фармаколог, к концу рабочего дня у нее самочувствие станет значительно легче. Вот поэтому и хорош вот эта чага у нее и корень лопуха, когда вот вы только-только заболеваете, у вас стоит как скорая помощь. Сразу берете под язык, все проходит, и вы ничего не заболеете. А это очень важно. Впереди эпидемия, конечно, гриппа и все более остальное. 3 года срок годности, сразу выбирайте, пейте до подорожания. Сегодня лучшие предложения для вас. Многие цены уже повысились. И именно на лучшие продукты мы держим цены. Поэтому поторопитесь. День здоровья с доктором Арсениным. И специальная цена для вас.